Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Опытные садоводы знают, что помидоры и перец сажают весной, а землю под них нужно обязательно подготовить еще осенью. И это очень важно, ведь некоторые удобрения начинают работать спустя время. Какая должна быть земля под будущие посадки? А именно рыхлая, богатая органикой, свободная от различных вредителей, богатая минеральными веществами, такими как кальций, магний, калий и фосфор, и с показателем кислотности от 6 до 6,8 pH. Итак, если земля сильно кислая, то делаем известкование. Лучше всего вносить доломитовую муку или известь. Известь поможет снизить уровень pH, а также обогатит грунт кальцием и магнием. Также обязательным элементом является внесение органики осенью. Это может быть компост, перегной или торф. Органика обогатит почву органическими питательными веществами и сделает ее рыхлой и воздухопроницаемой. Если ваша земля очень глинистая, то рекомендуется вносить дополнительно песок или вермикулит. Многие спрашивают, можно ли вносить с осени свежий навоз. Ответ – да, но тут важно не переборщить. На 1 квадратный метр не более 3 кг неперепревшего навоза. Обязательно внесите суперфосфат осенью. Это удобрение долгорастворимое и как раз весной начнет работать в полную силу. Также не лишним будет в грунт добавить немного костную муку, хвою, осенние листья и яичную скорлупу. Все это поможет обогатить почву для наших будущих посадок. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!